О вреде употребления алкоголя, тем более чрезмерного, сказано достаточно и врачами, и правоохранителями. Первые предупреждают о том, какой урон это наносит здоровью. Вторые подтверждают, много преступлений совершается как раз под воздействием зеленого змея. Бьет эта вредная привычка и по кошельку. И не только в тот момент, когда поклонник горячительного раскошеливается на очередную порцию напитка. Если такой любитель пригубить попадется в руки милиции, покажется в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте или под воздействием же винных паров начнет буянить и дебоширить, то отсыпаться от алкогольных приключений ему придется уже по адресу Красноармейская, 11 в Гродно. Здесь расположен специализированный изолятор или, проще говоря, вытрезвитель. И если благонравные гродненцы будут удивлены тому факту, что в Гродно по-прежнему есть и работает вытрезвитель, то завсегдатые учреждения, бывая здесь неоднократно, местные правила знают хорошо. К слову, в 2019 году тех, кто попал в стены учреждения, было 3517 человек. И это на 100 человек больше, чем за 2018 год. В новогоднюю ночь из 11 имеющихся коек было занято 7. 2020 год встретили в вытрезвителе 6 мужчин и одна дама, которую в довольно непотребном виде правоохранители подняли с одной из скамеек в городе. Примечательным было то, что у женщины 1 января был день рождения, юбилей, который она начала с того, что потратилась на оплату койко-места в вытрезвителе. Как правило, к нам доставляют сотрудники патрульно-постовой службы милиции, а также ОМОН. С 1 числа текущего года, значит, за содержание в нашем учреждении стоимость 67 рублей 50 копеек. Все лица, находящиеся в нашем учреждении, находятся под постоянным наблюдением как дежурными инспекторами милиции, а также медицинскими работниками для оказания им при необходимости первой медицинской помощи. Работает специализированный изолятор с понедельника по четверг с 3 часов дня до 8 часов утра следующего дня. А в пятницу и выходные распахивает свои двери и того раньше, с часу дня. Основной наплыв посетителей с 7 до 10 вечера. Как рассказывают в специзоляторе, случаи бывают разными. И к ним привозили лиц с содержанием алкоголя в крови больше 3,5 промилля. Однако уже от 2,5 промилля алкоголя в крови гражданина отправляют в токсикологию.